Вау! Вау! Всем привет! Это канал Кикидо! И сегодня мы для вас приготовили очень интересный обзор! Друзья, в сегодняшнем видео у нас будет очень интересная игрушка. Ну, как вы догадались, по нашему фону. И по папиной футболке. По моей футболке от Star Wars Звездные войны. А вот и сама игрушка. Игрушка наша называется X-Wing Fighter. Наверняка каждый из вас смотрел фильм «Звездные войны» и имеете представление, что это за игрушка, что это за файтер. Но на самом деле это необычная модель. Фишка в чем? Он на радиоуправлении и он летает как настоящий истребитель. Очень быстро он! Очень быстро. Ну, сейчас мы откроем, продемонстрируем и, соответственно, потом его протестируем. Давайте откроем его. У нас сам истребитель. 4 лазерные пушки, которые крепятся к нему на крылья. И пульт дистанционного управления. Смотрите, на вид такое ощущение, как будто он сделан из какого-то крутого металла, супер непробиваемого. Но на самом деле эта штука сделана из какого-то спиненного материала. Он очень-очень легкий. Пушинка. Как пушинка, да. Смотрите, поэтому и очень хрупкий, надо быть очень осторожным. Но тем не менее, в инструкции было написано, что он при падении хорошо амортизирует. Да. И не ломается. И не ломается. Ну, а если его хорошенечко бомбануть, я думаю, что можно сломать. Да, если особенно вот эти вот... Если вот особенно вот этими частями, да. И вот этим носовой частью. Смотрите, у него здесь вот два прозрачных, я не знаю, крыла, наверное. Это, наверное, специально для маневрации, да. Что здесь у нас? Вот здесь у нас два канальных вентилятора, с помощью которых и происходит полет. Да, два двигателя. Так, что еще? Смотрите, мы говорили, что у нас еще здесь есть вот такие вот 4 лазерные пушки. Но это как фильмы, вы видели, из которых вылетают лазерные снаряды такие. Чу-чу-чу-чу. Да, они крепятся вот сюда. Смотрите, кто здесь. Вы наверняка вы узнали этого чувачка. Это R2 робот. Да, почему он здесь сидит? Потому что если вдруг что-то произойдет с основным пилотом, этот чувачок всегда берет управление на себя и управляет этим кораблем. Вот, пылесос. Я его называю постоянно пылесосом. Истребитель наш готов к бою. Истребитель наш готов к бою. Смотрите, мы вам не показали еще пульт. Пульт у нас вот такой вот интересной формы. На пульте есть кнопка включения и выключения. Да, кстати, у пульта, смотрите, вот такая вот ручка. Это для переноски. Очень молодцы, круто придумали. Это очень удобная штука. Сам по себе пульт очень удобный. Рукоятка, смотри, подержи. Удобно? Да, очень. И еще тут есть отсек. Отсек для подзарядки, смотрите. Да, подзарядки. Крышечка. Вот крышечку, оп, открываем. И в крышечке вот такой провод. Провод этот, кабель, подключается к самому истребителю. И наш истребитель питается от наших батареек, заряжается. Да, кстати, я считаю, один небольшой минус. Здесь 6 батареек. Это для пульта очень много. Но почему здесь 6 батареек, как я считаю? Для того, чтобы подзарядить наш истребитель. Поэтому да, для этого необходимо очень много энергии. А это крышечка от наших батареек. Вот здесь вот фирменный логотип Airhawks. Ну что, вроде все рассказали, все показали. Осталось самое главное протестировать наш истребитель, посмотреть, как он летает. На самом ли деле он быстрый или так себе. Ну что, отправляемся на улицу? Отправляемся! Поехали! Ну вот, мы находимся на подходящем месте, где можно протестировать наш истребитель. Есть небольшая ветренность, не знаю, получится или нет, но сейчас проверим. Он очень легкий, так что ветер может повлиять на его маневренность и все такое прочее. Так, ну что, запускаем? Запускаем! Так, для того, чтобы нам его запустить, нам надо нажать вот эту кнопочку. Так, зеленая лампочка загорелась. И здесь, да, каменчик, по-моему, вот здесь? Да. Все, запускаем. Так, первый я, наверное, попробую, потому что штука серьезная. А потом ты. Так, что, давай, запускаем. Так, что нам надо сделать? До конца вот этот рычаг отжать. Вот так. О, заработали вентиляторы. Он работает как вентилятор. Поехали. Запускаем. Так, первый ком блином. Ой, то есть первый блин комом. Он вот так вот влетел. Поехали, запускаем. Полетел. Вау. Слово. Так, ну что, давай пробуем еще раз. Штука новая для нас, поэтому мы пока еще не освоились, как ее запускать. Пробуем. Пошел.
Сейчас я вернусь. Лапа моя далеко улетела. Давайте я не буду бегать обратно. Запускаю отсюда. Оп, да, опа, да, пошел, да. Пошел. Ай. Блюк. Не палаточки. Блюк. Баралюк. Запускаю. Давай, давай, лети сюда ты. Что-то не получается его на дальнее расстояние отправить. Написано было, что дальность 75 метров. Лови, Камиль. Уи, это куда тебе, куда ты пошел? Куда пошел? Куда ты пошел? Смотрите. Ай-яй-яй, ну почему он падает? Ой! Вау! Смотри, 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 смотри! Крутяк! Все, смотри, полетел! Класс! Yes! Yes! Круто! В общем, мы добились того, чего хотели. Ну все, друзья. В принципе, надо просто освоиться. Вот такая вот игрушка. Такой вот сегодня у нас был обзор. Кому понравился наш обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Да пребудет с вами сила. Йоу!